В Тольяттинском спортивном комплексе «Акробат» было многолюдно. Здесь проходили полуфинальные и финальные игры областного первенства «КС-баскет» с участием 8 лучших команд юношей и девушек из общеобразовательных школ городов и сел Самарской губернии. К сожалению, тольяттинские мальчишки не смогли пробиться в решающую стадию турнира. Интерес к нему оказался огромным, о чем красноречиво говорили заполненные трибуны. Зрителям скучать не пришлось. Финальная встреча девушек держала всех в напряжении. Баскетболистки Алексеевской школы довольно стойко и бескомпромиссно сражались с представительницами Новокуйбышевска, но в концовке сельчанкам все же не хватило сил. Они вторые. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсмены школы номер 33 города Сызрань. У нас и так на сегодняшний момент в школах детей занимаются около 12 тысяч баскетболов. И, конечно, мы хотим больше команд. Почему? Нам интересно провести здесь в том